Всем привет, вы на канале Рик Антона. Сегодня мы начинаем прохождение Ходячие мертвецы, Мишон. И начинаем с первого эпизода, который называется «На дне бездны». Поехали. Прохождение из сферы Ходячие мертвецы, потому что записываю сначала другой канал, который у меня закрыли. Сейчас на этом канале я проходил еще до того, как канал открылся. Так, ну что, поехали. История близится так, как я решил, и вы. Как я решил, да. Давайте послушаем. Блять, уже страшно. Молочка попью. А это она рассказывает, господи. Что-то палец отрезаете, что ли? But there are two. Just two that I can never forget. Done with them. But they're not done with me. Да дети её, что ли? Сейчас блять, ну какие двери в лесу, еб твою мать, блять. Забил эту паузу. Это когда все началось, наверное, да? Ой, страшно, представляешь, если твои дети стали жутиками. Галюны с реальностью, да? Блять.